Курск готов к снегопадам, утверждают городские коммунальщики. Уборку улиц в осенне-зимний период будет осуществлять более сотни машин. Тракторы, автогрейдеры, погрузчики, самосвалы и не только. Снежный март этого года стал хорошим уроком для всех служб. И в грядущем сезоне они предприняли меры, чтобы не допустить транспортного коллапса. Моя коллега Ирина Шашкова побывала на территории предприятия по уборке города и понаблюдала за подготовкой спецтехники. 40 машин широкой специализации, 5 миниатюрных тракторов для очистки тротуаров и пешеходных дорожек, 10 большегрузов для вывоза снега, автогрейдеры, погрузчики и не только. За последние 3 года автопарк предприятия по благоустройству Курска значительно обновился. Сегодня новая энергонасыщенная техника приобретена. Это КАМАЗы, которые в ночное время, когда граждане города Курска отдыхают, мы вывозим снег с улиц, из переулков и там, где это возможно. И мы, у нас 10 КАМАЗов, КАМАЗы на сегодняшний момент очень мобильные, это 12-тонные. Мы готовы работать в любых погодных условиях и горожане не должны сомневаться в этом. Подготовка на завершающем этапе. Через несколько дней оборудование может приступить к работе. Мы, наверное, уже и заканчиваем. Будем на нее надеяться, что она нас не подведет. Что касается кадрового вопроса, здесь трудится порядка 350 человек. 200 из них ежедневно, независимо от погоды, работают на улицах города. Давайте не усложнять жизнь друг другу и как-то совместно принимать меры для того, чтобы город наш был чистый и красивый. Потому что автомобили бросают в таких местах, когда нельзя просто очистить от снега дорогу. С первыми морозами спецмашины поставят в отапливаемые боксы, чтобы в экстренных случаях они завелись с полоборота. Сегодня вся зимняя техника находится здесь, на территории предприятия по благоустройству города. Но уже с 15 октября коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме. Они готовы к любым осадкам и обещают максимально быстро справиться даже с самым обильным снегопадом. Ирина Шашкова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеем».